Всем привет! Эпопея с танком продолжается. Как вы помните, в последний раз хотел я проверить, значит, свой пульт, который изначально был нерабочий. В итоге оказалось, что он работает. Сейчас еще разок мы проверим и удостоверимся в этом, ну, на всякий случай, чтобы точно уже знать. Включаем танк, включаем пульт. Ну, как вы видите, все исправно, все работает. Да. Но почему я сказал, эпопея с танком продолжается? Мне пришла посылочка. Посылочка пришла мне с очень интересной вещью. Та-дам! Та-да-дам! Это новая аппаратура управления. И она уже 2,4 мегагерца против штатной 27 мегагерц. Что мы получаем в комплекте? Так, значит, для начала я расскажу про нее. Это аппаратура также от Henlong. Вот, и у них уже вышло очень много версий. Так, ну, в принципе, то же самое тут. Вот, разницы никакой нет. А, вот, есть. Здесь не было, здесь есть триммер. Триммер газа, я так понимаю. Тут больше все то же самое, ничего не работает. А, вот боковые кнопки еще есть какой-то. А, включить звук и еще что-то. Ладно, это мы еще разберемся и все посмотрим. Их вот было несколько моделей, я смотрел. Я взял модель 5.3, версию 5.3, сейчас появилась версия 6.0. В чем точно разница, я не знаю. Вот, но не стал, она стоит в два раза дороже, не стал ее брать. Так, посмотрим, что у нас, значит, в комплекте. Сама аппаратура и приемник. Приемник у нас идет. Так, здесь у нас на нем распиновочка идет по каналам, что куда. И вот такие проводки. Как я понимаю, сейчас придется... А, это кнопка, наверное, бинда. Будем смотреть, не знаю куда. Девятый канал, вот, наверное. Хотя вот синее гнездо рядом. Сейчас почитаем и определимся. Инструкция есть. Вот такая вот бумажка. Чисто, как положено, на китайском. Так, ага. Вот эта кнопочка называется ST. D
декодинг K of 2.4. Поставить ее придется куда-то вниз. Ладно. Инструкция китайско-английская все-таки. Так, смотрим дальше, что у нас. Так. Смотрим. Ну ладно, ничего не понятно. Будем разбирать наш аппарат. Но питается уже чуть поменьше. 6 будет батареек. Стоит было 8. Ну что, давайте разбирать. Так, передняя мордочка идет на защелках у нас. Так. Ага, кстати, задел под кнопку уже в нем есть. Тут даже написано ST и задел есть. Ладно, пробуем, разбираем. Не знаю, получится, что у меня или нет, так как дело с танками я ни разу не имел. Ну, для начала разберем, посмотрим, а дальше уже будет видно. Так, тут держат шланги, надо шланги снять. Угу. Так, все снялось. Ну, в принципе, что я хочу сказать. Мои поездки не прошли даром. Грязи в нем хватает. Кнопочка ST вот сюда. Угу. Мы ее приклеим на термопистолет. Так, ну что, смотрим. Вот тут у нас начинается плюс, минус. Это получается у нас от аккумулятора. Давайте смотреть, сколько нам нужно проводов. У нас их здесь 5 штук. Поехали. Значит, 2 двигателя. Аккумулятор. Есть. Пушка. Получается лево-право и вверх-вниз. Ну и все. Первый канал плюс-минус. Хорошо. Здесь у нас питание. Сделано. Плюс-минус. Дальше идет канал. Каналом ничего не рассказано. Заряд какая-то. Будем пробовать методом тыка. Греем паяльник и разбираем. Сначала бы разобраться с движением вперед-назад. А потом уже будем изучать технологию, что у нас дальше. Я думаю, следом прям идет у нас 5-6 канал. Это у нас будет как раз вперед-назад. Вот. Эта кнопка у нас вот ST.
Значит, что мы делаем? Так как я хочу эту плату использовать на другом танке, я провода откусываю и зачищаю, потому что мне, в принципе, здесь хватит длины. Вот. Сейчас проверим все, потом спаяю все, сделаю. А сейчас так вот. Черный, красный, первый двигатель, следующий. Дальше опять красный, черный, второй двигатель подключается. Так, дальше питание. Так, ну вот они основные. Так, следующий идет красный, черный. Это питание. Так. Берем изоленту. Пока что изолируем все это дело. Вот, чтобы ничего у нас не кротнуло, пока мы его будем класть на бок и проверять. Так, ну что, пробуем, значит, да? Так, идет питание. Тут у нас показано, что куда. А дальше идет у нас, ну, пускай будет пятый канал. Один мотор, шестой канал, другой мотор. Так, положили, да? Дальше что у нас? Кладем его на бок. Так, вставляем батарейки в пульт и подключаем аккумулятор. Так, ну что, так как у нас 2,4 гигагерца уже аппаратура, соответственно, мы теперь будем все включать в обратном порядке. Сначала пульт, потом техника. Ну что, не знаю. Не работает. Так, включилось. Так, лево-право совпало. Второй движок. Так, у нас крутит. Ага, значит, все правильно я по режиму втыкал. Движок вот этот сюда. Так, смотрим, значит. Ага. Неправильно. Неправильно. Вперед. Неправильно. Так. Сейчас разберемся. Вперед. Нет. Назад. Нет. Ага. Лево-право. У нас лево-право едет. Так, ну трогается плавно, но не туда, куда надо. У нас получается что? Получается что? Сейчас еще один момент я попробую.
Так, вот этот движок нижний надо перевернуть. Может быть, тогда все заработает правильно. Потому что тот сейчас крутится вперед, а этот крутится назад. Сейчас попробуем перевернем, что из этого выйдет. Поменяем полюсацию. Так, получается то, что у нас. При нажатии на газ, как бы вверх, у нас это крутится вперед, а это крутилось назад. Так, походу у меня соскочила гусеница. Или соскакивает, или соскочила. Так, ладно. Вот, пробуем теперь. Все. Вперед поехал. Назад поехал. Поворачивает влево, поворачивает вправо. Все, ребят, получается что? Так, давайте вам расскажу. Полюсацию надо менять только на одном. Не знаю, в моем случае на правой гусенице. Дальше смотрим, что у нас здесь. Канал номер один. Это будет у нас батарейка. Это идет питание. Следующий. Пятый канал. Это получается у нас левая гусеница. Следующий канал, правая гусеница. Следующий, SM, седьмой канал. Это смог, это дым-машина. Вот, дым-машины у меня здесь нету на этой модели. Вот, она у меня есть на, должна быть на Т-72, не знаю точно. Следующие пошли. Пропустим восьмой на сейчас секундочку канал и перепрыгнем его. И так, девятый канал, синенький который, СТ. Это у нас для бинда с аппаратурой. Вот. Десятый канал не знаю для чего. Четвертый канал наверху. Это у нас будет СП спикер. Динамик. У меня его тоже нету. Вот, потом третий канал, это огонь. Это вот то, что он вперед-назад должен дергаться, вот такой. Вот, это вот целая куча вот этих проводов. Вот он, третий канал. Вот, это, скорее всего, буду делать я сюда. Вот, и второй, это у нас инфракрасный порт. Это который отвечает за стрельбу, но мне он не нужен. Вот, и восьмой канал, вот самый длинный. Я не знаю, вот отсюда как-то будет все выбирать. Что за что отвечает. Потому что вот лампочки отсюда идут. Шот, стрелок, тюрн, лев, налево, вверх. Вот, не знаю. Буду с этим разбираться. На данном этапе мне надо было разобраться, почему он у меня едет не так, как надо. Вот, сейчас я это дело все собираю. Вот, а потом, уже когда захочется, тогда буду переделывать все остальное. Вот. Этот пускай у меня будет так стоять. Ну все. Смотрим результат. Так, тут у меня ничего не работает. Здесь у меня вот потихонечку начало ездить. Так, вот это я не разобрался, двойные расходы это или нет. Ну, мне это не особо принципиально. Назад. Поехали. Вперед. Можно прям маленько, плавно. Где-то у меня, по-моему, гусеница соскочила. Сзади, что ли? Не пойму. Как она в сторону смотрит. В чем она должна идти? А, ну да, она перескочила у меня. Вот так. Все.
Все, значит, назад. Влево. Все. Назад. Вправо. Все. Все ездит. И медленно, и быстро все сразу. Все, народ, готово. Можно будет как-нибудь прокатиться теперь. Плавность хода теперь есть. Вот, лампочки подключим потом. Как говорится, надо было разобраться вот с этой бумажкой. Вот. И заменить аппаратуру. Ну все, спасибо за просмотр. Всем пока. Будут вопросы, спрашивайте. Разбирался сам. Особо ничего нигде не написано. Про каналы, какие есть, прочитал на YouTube, на немецком канале. Вот, благо, теперь есть там субтитры. Все рассказал, как, чего, как, что должно подключаться. А вот с этим моментом, то, что когда правильно все подключаешь, он кружится, перепутанный вверх, вниз, лево, право. Тут уже надо было просто попробовать докумекать то, что одна-то гусеница вперед крутится, а другая назад. Соответственно, надо полярность поменять и попробовать. Попробовал, и реально все получилось, все работает. Еще раз всем пока, до новых встреч.